Порядка тысячи молодых семей улучшат жилищные условия с помощью государства. Якутия получит из федерального бюджета субсидию в размере 361 миллион рублей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Таким образом, в год молодежи разрешить квартирный вопрос смогут в 3 раза больше семей, чем в предыдущем году. Кто именно может претендовать на субсидии, какие еще требования есть к кандидатам, в материале Саргылана Захаровой. Юлия Шишигина – мать 5 детей. Самому старшему 8 лет, а младшим совсем недавно исполнился всего месяц. В канун Нового года в семье стало сразу на 2 человек больше, родились близняшки. И теперь с каждым днем небольшая квартирка площадью в 32 квадратных метра становится теснее. Старшим детям приходится делить 1 комнату, которая днем выполняет роль гостиной. Однако это не главная из проблем. У нас благоустройства нету, к сожалению. Трудно живется, тем более с детьми. У нас последняя надежда остается только на улучшение жилья субсидированием. Очень много затрат приходится на электроэнергию. Старую деревяшку продувают со всех сторон. Комнаты холодные. И чтобы поддержать тепло, приходится пользоваться электрическими приборами. О частном доме в семье мечтают уже давно, как взрослые, так и дети. Конечно, мы с мужем мечтаем о двухэтажном доме. Но в первую очередь, конечно, благоустройство должно быть. И во втором этаже мы хотим комнаты сделать, отдельно девочки, отдельно мальчик, отдельно. Как у принцессы. А какие комнаты у принцессы? Яркие. Розовые. И в этом году мечты начинают приобретать вполне реальные очертания. Многодетная семья может оказаться среди 900 других, которые получат субсидию по федеральной программе. Субсидия предоставляется молодым семьям, возраст каждого из супругов которых не превышает 35 лет, или неполным семьям, имеющим ребенка, до 35% от расчетной стоимости квартиры. Отметим, что помимо федеральных средств, республика выделит на эти цели из бюджета 250 миллионов рублей. Кроме того, муниципалитет софинансирует еще 210 миллионов. Однако в бочке меда не без ложки дегтя. Теперь у нас средства федерального бюджета, они не переходят на следующий год. То есть молодым семьям надо подойти ответственно очень и реализовать свое право именно в этом году. Но наши герои уверены, год, который начался с двойного чуда, должен принести удачу. И у единственной дочки, наконец, появится комната принцессы, а 4 сыновьям будет где развернуться. Саргылана Захарова, Георгий Григорьев, Андрей Секретов, НВК Саха, Якутск.